Всем привет! Хочу снять для вас видео, какие продукты мы берем с собой в поезд, в дорогу. Мы скоро едем на море, и вот уже собираемся потихонечку. Вот сейчас я покажу все. Вот у нас три пакета. Нас едет четверо взрослых и двое детей. Вот мы поедем на поезде. Мы будем ехать полторы суток в поезде. И еще какая еда останется, мы ее будем доедать еще на месте. Вот. Ну, начнем немного с посуды. Мы возьмем такие кружечки с собой, стаканчики. Пить чай в поезде будем. Также берем такие бумажные стаканчики для воды там. И вот такие еще одноразовые пластиковые. Также решили взять одноразовые ложки и вилки, чтобы много с собой не таскать, мы потом, если что, выбросим это все. Так, берем открывалку. Вот такую. Это штопор. Ну, штопор нам в поезде не пригодится, конечно, это уже на месте только. Так. Также мы берем вот такую маленькую скатерть одноразовую в поезде, чтобы стелить на столик. Так, в такой баночке соль я насыпала. И одноразовые тарелочки такие. Еще, может быть, купим. Еще, может быть, купим глубокие тарелочки. Вот, пока такие. Также беру немного бумажных салфеток. И здесь две бутылки воды. Мы еще будем брать обычную воду фильтрованную. Пару бутылок. Так, дальше. Берем чай. Здесь обычный черный чай. Я положила два пакетика своего любимого чая, вот такого тест фруктового. И еще травяной чай, три пакетика. Вот. Дальше мы берем две пачки вот такого печенья сахарного. Соломка соленая. Берем вот такие хлебцы. Это я взяла себе и детям. Дети тоже любят погреть. Так, также берем кофе. Такой три в одном. Здесь 10 пакетиков вот таких. Два пакетика я взяла себе вот такое. Обычный черный кофе. Это мы берем с собой на море. Именно там дети будут завтракать с молоком. Хлопья с молоком будут делать на завтрак. Вот, насыпала немного сахара тоже детям к чаю. Мы, кстати, себе берем мед немного в баночке. Я сахар вообще не ем, так что мне хватит меда. Также берем две упаковки вот такого печенья овсяного. Вот, и вафельки, две упаковки. Вот такие. Так, и последний пакет. Здесь у нас ролтон. Сейчас мы сейчас посчитаем, сколько штук. Ролтона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пакетиков ролтона. И 5 стаканчиков вот таких пюре картофельные. Вот 5 штук. Также мы берем с собой икру баклажанную. Это мы будем все есть на море. Вот консервы. Вот. Чтобы сэкономить, мы некоторые продукты берем с собой. Вот баночку сардинки. И тут еще две банки кильки. Также мы еще перед самым выездом отварим яйца куриные, картофель. И, думаю, сделаем еще курочку в духовке. Вот. Вот такие продукты мы берем с собой. Вот такая целая гора. Но напоминаю, у нас четверо взрослых и двое детей. Думаю, этого в самый раз должно хватить. Вот. Так что вот так. Пишите свои комментарии. Советуйте, может быть,
Мы что-то забыли взять или взяли, может быть, по вашему мнению, что-то лишнее. Буду рада почитать ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал и ждите новые видео о сборах на море. Всем пока-пока!